Изначально предполагалось, что все действие на борту горизонта будет происходить в невесомости. И здесь отлично видно, на что нам приходилось идти, чтобы воплотить невесомость. Но если бы мы сохранили эту концепцию, то снимали бы фильм до сих пор. Снимать невесомость невероятно сложно. Уже хотя бы потому, что я требовал качества. Меня не устраивала невесомость, когда люди просто стоят на земле и изображают плавные движения. Поэтому нам приходилось ставить декорации вертикально. Актеров подвешивали вниз головой, что было для них очень неудобно. Не менее сложно было строить системы блоков и тросов, зато результат, как мне кажется, получился весьма убедительным. Наш фильм вышел после «Аполлона-13», который сильно поднял планку с помощью съемок в реальной невесомости. Однако это было проще, учитывая размеры их декораций. Нам же приходилось работать по старинке. Снимали мы, как видите, на камеру VistaVision. Да, она несколько старовата, зато в результате дает крупноразмерный негатив, который позволял вращать изображение на постпродакшене. Мы очень часто использовали этот эффект при съемках невесомости. Необычные углы, вращение камеры и изображения. Таким образом, никогда нельзя было толком понять, где на самом деле вверх и низ. Перемещение камеры отлично справлялись с дезориентацией зрителей.